у языка Python есть две версии, которые несовместимы друг с другом. Это версия 2 и версия 3. Представьте себе, когда вы хотите навести порядок в доме. Естественно, это приводит к перекладыванию вещей. Да? И там, где вы эту вещь ожидали раньше найти, ее в следующей версии не будет. Но больше порядок, все лучше. Но оно, ожидания могут не оправдаться. Человек, который привык к старой версии языка, может новой что-то не найти. Есть вариант такой. Вы привносите что-то в язык, а все старое оставляя на местах. То есть такое итеративное развитие языка. Ну понятно, что порядка от этого не прибывает. Да? Но вот такую идею обратной совместимости, она очень важна, потому что старые программы должны работать. Да? Вот эта обратная совместимость действует в рамках развития версии 2 языка Python и в рамках версии 3. То есть там ничего, что уже есть, не пропадает. Понятно? Логика не меняется глобально. Только развитие. В языке, например, C++ там порядок не наводили никогда. Хотя все-таки там кое-что исправлялось. Но, в общем, в обозримом прошлом, вами, там порядок не наводили. Там из-за этого бардак в библиотеках. В языке Python, в версии 3, там все так достаточно чистенько и ровно. Красивый порядок. Вот. Но, кроме этого, в языке Python очень богатая библиотека. Я не буду приводить сейчас там слайды, я перерисую кратенько картиночку вот такую. Значит, один человек карикатурку начал. Один человек стоит на земле, а другой в воздухе летает. Этот говорит, а? Нет, это не надо, это будет общие слова. Можете нарисовать. Вот, один человек говорит, what's going on? Отвечает ему. Питон. Я выучил его прошлой ночью. Говорит, а как же ты летаешь? Говорит, я сделал импорт антигравити. Не знаю, я просто сделал импорт антигравити. Ну, то есть вот говорят еще, в чем дзен языка Python? В том, что ты раз и сразу пользуешься. Понимаете? Вот работа, лабораторная работа номер 2, вы выполняли уже. Второе построение графики. Да. Да, она должна была у вас, собственно, создать ощущение именно такое. Вам вроде бы дали язык программирования. Давайте сказать, сейчас программирование будем учиться, да? В то же время, как сказать, вы раз, и у вас там график строится, раз вот такую формулу, раз вот такой график, да, там, с погрешностями, пожалуйста. Да, и вам целый инструмент для того, чтобы лабораторное по физике делать уже не в Excel-ке, да, а там, с вполне таким мощным современным инструментом. Надо сохранить как PNG-шку, пожалуйста. Да? То есть вот это вот, попробуйте это сделать на языке C++. Без посторонних библиотек это будет крайне трудно. Ну, собственно, это такое вступление к языку Python. Теперь некоторая особенность. Дело в том, что Python, как я уже говорил в прошлый раз, интерпретируемый язык, это создает дополнительный слой над операционной системой, а именно интерпретатор, и дает возможности, в частности, возможность динамической типизации. Ну, вот. То есть, или, короче говоря, переменная может менять тип. Раз, поменяла тип. Но на самом деле все еще фундаментально. В Питоне нельзя в том же смысле, как в Паскале или в Си, говорить вообще о переменных. Представьте себе. Язык программирования, в котором переменных нет. Ну, не совсем так. Но смысл следующий. Это важно понять с самого начала, как только вы сталкиваетесь с Питоном. Есть пространство имен. Пространство имен. И есть как бы пространство объекта. Соответственно, вы можете создать объект. Вот вы упомянули какой-нибудь объект. Да, и вот для того, чтобы с ним оперировать, естественно, этот объект надо создать. В Питоне объект имеет тип. Важно еще раз. В Питоне
объект имеет тип. Имя типа не имеет. Создать имя без объекта невозможно. Имя можно создать только одним способом. Это, собственно, сослаться на объект. Как на него сослаться? Для этого есть операция связывания. Да, это не совсем присваивание на самом деле. Это связывание. Я сделаю отличие от Паскаля. В Паскале это что означает? В Паскале там по-другому. У нас есть переменная, то есть, а что такое переменная? Это типизированная область памяти. Да? И этот x, он четко привязан к этой области памяти. Это имя области памяти. В этой переменной, до того, как было присваивание, переменная уже существовала. Да? Var x двоеточие integer. Например, да? Все, переменная уже существует. Но я напишу int как раз. Да? Здесь у нас этот тип, он зарезервирован скорее даже за именем. Понимаете? Но особенно это C++ тут было бы, который через годик, вы, надеюсь, будете изучать со мной. Вот. Там это привязано к имени, то есть способ использования этой памяти. Понятно? И там лежит какой-то мусор. Вам, может быть, в школе говорили о том, что обязательно надо инициализировать переменную, что не инициализированная переменная плохо, да? Ну, кто-то, наверное, слышал, да? И когда я кладу туда двойку, то я что? Закладываю туда состояние этих байтов такое, чтобы оно соответствовало двойке. Ясно? В питоне не так. Это логика, это паскалевская, да? Паскаль и там другие компилируемые языки, типа там C. Здесь вот этот вот оператор, он как раз отличается от паскалевского присваивания, где-то просто копирование, да? А здесь это именно связывание. То есть объект существует и без этого. Если я в питоновской консоли напишу 2 плюс 3, что это будет? Это будет вот что. Никаких имен нет вообще. Есть объект 2, есть объект 3. Они создаются, потому что я упомянул их литералы. То есть циферное обозначение, который язык распознал, и для того, чтобы обработать выражение, он создает эти объекты, соответствующие целые, да? 2 плюс 3, между ними срабатывает операция плюс, да, которая выдает нам в итоге объект 5 типа int. Красота. Все понятно? А дальше, если я не буду этот результат никуда присваивать, да, ни на что, скажем так, ссылку не проставлять, то придет сборщик мусора и уничтожит и этот объект, и этот объект, и этот объект он тоже уничтожит, если я не сошлюсь. Но я, конечно же, захочу сохранить результат. Поэтому я сохраню, да? Тем самым x равно 2 плюс 3, у меня создался объект 5, и x создалось новое имя, которое связалось с этим объектом. В этой логике очень интересно, а что же произойдет, если я сделаю y равно x? Так, внимание, x ссылается у меня на 5. И когда я обращаюсь к x, то я, по сути, ссылаюсь на ту же самую пятерку. Да? Достаю пятерку. Да? Таким образом, у меня y начинает указывать на ту же самую пятерку. Если я сейчас мог бы сделать что-то наподобие вот такого, 5 двоеточие равно 4, ну, я специально пишу абсурд, да, чтобы было понятно, изменить саму пятерку, вот взять ее и уменьшить, или увеличить, то у меня бы одновременно и x, и y изменились. Да, ну давайте попробуем, как это сделать. Ну, например, x плюс равно 1. Ну, я, правда, в плюс. Давайте минус равно. Минус равно 1. Так, ну понятно, что по идее должно уменьшиться. Да, x должен уменьшиться. Истинно так. На самом деле создается не один объект, а два объекта. Один объект временный, это единичка, на который никто не сошлется, и сборщик мусора его съест в произведении. Да? Дальше что происходит? Вот эта вот инструкция, она расшифровывается в что? X
равно x минус 1. На самом деле это означает, что вычисли x минус 1 и сошлись на результат. Значит, 5 минус 1, у меня между ними срабатывает операция минус. Минус, и получается объект 4, типа целое число. Затем срабатывает операция связывания, и x начинает ссылаться на этот объект. То есть у меня пятерка не изменилась, а x просто начал ссылаться на новый объект. Понимаете? Есть дополнительная важная, как сказать, информация для вас. Чтобы вы были уверены, что у вас, если y стал равняться 5, то нельзя посторонней ссылкой испортить это число. Объекты целочисленного, да впрочем и float с плавающей точкой, они являются неизменяемыми. То есть если у вас есть ссылка на объект, то поверьте, объект этот никто не сломает. Короче говоря, присваивание как-то пятерку, да, изменение самой пятерки, да, и любого другого числа невозможно. Да. Можно вопрос, а y последует за x? Нет. Нет, y остается ссылаться на x. За счет этого и возникает ощущение логики, схожее с Паскалем. То есть если я на Паскале напишу x двоеточие равно 2, дальше y двоеточие равно x, да, то у меня, ну, давайте 5 я напишу, 2 плюс 3. Вот, то у меня вот здесь вот, но здесь вообще логика другая. Здесь у меня две ячейки памяти, разные изначально, я не буду, даже если у них как абсолютно одинаковые ячейки, у меня 100 таких ячеек, это будет 100 разных ячеек, в которых хранятся одинаковые числа. Да, вот в данном случае у меня происходит что? Копирование. Копирование – это что? Вещь, которая занимает время. Ну, надо сказать, что создание дубликата ссылки тоже занимает время. Но если представить себе, что этот объект очень большое число, ну ведь инты, они на самом-то деле могут быть очень большие. Правда? То есть вот 2 в степени, например, 10 тысяч. Питон не затрудняясь вычислить вам это число. Ну, есть там длинная арифметика, которая встроена в язык. Одно из, кстати, важных преимуществ. Встроенная длинная арифметика. Пожалуйста, можно вот это число взять и вычислить. Вот просто вот так, все, раз и вычислили. 2 в степени 10 тысяч. У него там порядка 3000 десятичных знаков. Много вот так. Понимаете, да? Естественно, что это число, оно занимает не 1 байт, не 10 байт, даже не 28, да, а сколько? Ну, порядка. Больше 1000 байт, короче. Точно, больше, ну, больше килобайта, число 10. Ну, понятно, но оно огромное, что с ним сделать? Только хранить целиком. Вот. Соответственно, если вы будете делать операцию как бы присваивания, да, то в этот килобайт памяти копируете в другой килобайт. В данном случае питон в этом смысле очень экономно поступает, да? Если у вас два числа ссылаются на один объект, на одно число даже, да, пожалуйста. Никакого копирования не происходит, они ссылаются. А если вдруг вы это число хотите изменять, то создается новый объект, начинается ссылка на новый объект. Ясно? Так, двигаемся дальше. Значит, мы с вами разобрались с тем. А, да, еще с одной вещью не разобрались. А если я хочу взять и, ну, например, поделить на что-то. Ну, давайте попробуем. Я возьму. Я напишу что-нибудь еще. X. А чего он сейчас нравится? 4 он нравится, да, сейчас? Я ему скажу x равно x разделить на 3. Что такое x разделить на 3? Это 4. Ну, это сам стираем, да? Это что такое? Это 4 разделить на 3. Ну, кстати, интересный вопрос. Давайте напишу здесь какие-нибудь. 4 плюс 3, 4 минус 3, 4 умножить на 3 и 4 разделить на 3. Согласно математике, сложение двух целых чисел – это целое число. Сочетание – целое число. Умножение –
А деление дробное, да? Вот в данном конкретном случае это дробное число. Более того, даже если бы я делил на 2, то для соблюдения общности оно бы не стало целым, оно бы все равно перешло в класс каких дробных. Ну так мы еще изучим этот вопрос, почему числа хранятся в памяти компьютера именно так, но эти числа называются float, с плавающей точкой. При этом их точность, в отличие от инта, у которого сколько надо, столько знаков сохранится, у этих чисел хранятся всего лишь 15-16 десятичных знаков. 15-16 десятичных знаков его точности. Ну и с ними есть определенная особенность там вычислителей, но сейчас мы не будем их трогать. Но зато это по сути дробные числа. Реально дробные числа. Так вот, результат деления двух интов – это флот. Да? То есть, что у меня получилось? Что у меня, если я сделаю вот так, какой у меня тип у икса? Если бы питон следовал паскалевской логике, то у меня икс… Нет, почему? А, да-да-да, паскале нельзя. В C++ так можно. Паскаль бы сказал, типы не совпадают, надо округлить явным образом, да? Вот в языке C там так можно. Вот у меня есть x, который у меня int, да, и у него там, ну, условно, 4 байта памяти, 8 байт памяти. Сколько это байт памяти? Я беру, получаю объект, который у меня 4 третьих. О, 4 третьих, это что? 1.3333, ну и так 15 знаков. Ну, не 15, всего 15. Да, и я пытаюсь этот объект, который временный, да, впихнуть туда. Язык C сделает это молча, это особенно страшно. Называется это неявное приведение типов, столкнемся через год с этим делом. Ну, смысл в чем? Он его тупо округлит молча. Причем не по правилам математики, да, не в большую сторону. Срезанием это будет. А в питоне нет. То есть потому что просто туда, как эта коробка, вот у вас коробочка, да, в которой раньше лежало, не знаю, обручальное кольцо. А тут мне надо торт положить. Да, вот какая логика. Вот если у вас реально переменная, то есть это как бы x это коробочка, в которую надо положить, вот это вот. Понятно, что это невозможно, и вам придется как-то вот его там уменьшать, обрезать, какой-то кусочек класть, да? А если у вас логика именно такая, связывание, то никаких проблем. Вы поделили 4 на 2, у вас создался новый объект, 3333, да, ну я вот так вот напишу, типа вот, да, и x пересвязался с ним, все, а этот объект съел с большей кусочек. Понятно? То есть получается так, если уж мы называем словом переменная, вот эти имена питон, но привычные как-то. Называю, я буду называть переменной. Так вот, получается, что переменная может менять тип. Понятно? Но поймите, объект менять тип не может. Просто можно связать с новым объектом имя, да? Вот. Где хранится вот это число? В некоторой памяти, в куче. Вот этот пространство объектов, некая куча, в которой эти объекты валяются, а по ссылкам можно до них добраться. Значит, мы возьмем x5 отдельно, потом x5. А, это, кстати, интересный вопрос. Для этого существует такая операция. Вот смотрите, x равно 5, y равно 5. Я независимо это сделал. А теперь смотрите, у меня есть возможность первая. Сравнить их двумя способами. Первое, x равно равно y. Операция сравнения. Про операции сравнения будет следующая лабораторная работа, будет упомянута, как я и говорю. Сравнение на равенство равно равно. Равны ли объекты друг другу? В данном случае, очевидно, у вас тут будет что? True. True пишется с большой буквы, тоже будет упомянуто. А есть другой способ. X is Y. Это значит, ссылаются на один объект. То есть x это y, да, вот это один объект или нет. Если это объекты могут быть разными, но равны друг другу. Логично, да? Так вот, на самом деле, здесь вольность интерпретатора, как интерпретатор захочет, так он и сделает в данном конкретном случае. Но классический интерпретатор Питона, скорее всего, вам скажет true.
То есть он сэкономит память. Ну зачем? Он говорит, что если бы тип был изменяемый, то есть была бы возможность изменить саму пятерку, да, сам объект поменять его значение, то тогда было бы плохо, если бы он два независимых присваивания сделал бы, что это один объект. А так, пожалуйста, это один объект, но это ничему не помешает. Для вас это не существенно. Понятно, да, Лобович, да? А вот если у нас там указатель трёх как for, type, which... Чуть громче. А если указатель трёх как for, type, which надо быть, он на него запишется, или как for, например? Я не понял, как ты писаешь. Консистент, можно же быть for, type, можно писать 5, which надо. Типа он будет распадать... Это разные объекты. Если я сделаю x равно 5.0, а y равно 5, то у меня очевидно, это разные объекты, потому что они разных типов. Да? А равны ли они друг другу? Да. Ну, если только учесть, там есть всякие тонкости с этими float числами, потому что десятичные числа плохо это записывать. Но поскольку это число целое, то да, это будет true, по-прежнему. Так, ну что, с этим легло, да? Двигаемся дальше. На следующий доступ. Обмен переменных значений. Обмен переменных значений. Ну, классическая тема, наверное, знаете, да? Допустим, у меня x равнялся 2, а y равнялся 5. Мне требуется, чтобы по итогам у меня x равнялся 5, а y равнялся 2. Как я это могу сделать? Классическая школьная схема через третью переменную. ТМП равно x, x равно y, y равно ТМП. Конечно, это надо знать наизусть. Я поясню. У вас два стакана, молоко и вода. Для того, чтобы вам обменять их местами, да, молоко и воду, вам требуется третий стакан. Вы вначале выливаете туда воду, потом переливаете молоко туда, где была вода, а потом переливаете воду там, где она сейчас хранится, да, стакан, где было молоко. Ясно, Лоли? Правда, есть такая тонкость, если это в рамках переменных происходит, то там у вас как бы вода, переливаясь, остается и в этом стакане в том, потому что копируется, да, значение. Молоко, переливаясь, оно копируется и остается и там, да? А еще есть одна побочная вещь. В любом случае, да, у нас здесь нет копирования, у нас ссылками, но суть от этого не меняется. Но у нас в любом случае загрязняется пространство имен. У нас болтается лишняя ссылка на объект. Просто так. ТМП осталось болтаться, и оно ссылается на объект, не даст ему вовремя съесть. А? Temporary, ну я сократил сам это. Времени, temporary. Вот. Но я вас порадую. Чем я вас порадую? Ну, во-первых, тем, что... Давайте вначале не порадуем. Давайте сделаем так. X равно 2, Y равно 5. А давайте сделаем через два дополнительных стакана. Я беру переменную TMP1 туда кладу. Беру переменную ТМП2 равно Y, мою стакан, ну, X равно ТМП2, Y равно ТМП1. О! Через две переменные. Зачем Тимофей Федорович это сделал? Было три строки, стало четыре. Смотри. Во-первых, в питоне есть такая штука классная, как присваивание в кортеж переменных. Смотрите. X запятая Y равно 2 запятая 5. Если вы... надо тут пояснить, что в питоне, как и в других языках программирования, используется decimal point, а не decimal comma. Это не 2,5. Понятно? Запятая – это синтаксический разделитель. В американской локале, да, в американском стандарте для записи чисел, ну и не только в американском, много где, да, вот в
постсоветском пространстве у нас десятичная запятая. Да? Вот я вам указываю, это запятая, это не разделитель дробной части, это два разных числа, указанные через запятую. Понятно? Все, легко, да? То есть я что делаю? Я присваиваю кортеж значений кортежу переменных. То есть я одновременно пихнул сразу две переменные и два значения. А теперь смотрите, как у меня получится. Девушки, там очень интересно. ТМП1, запятая ТМП2 равно x, запятая y. Ну и осталось что? X, запятая y равно ТМП2, запятая ТМП1. То есть сам обмен я сделал уже в две строчки. А вот теперь, собственно, самая фишка. Самая фишка. Смотрите, что я по сути делаю. Вот у меня, давайте от стаканов отойдем, представьте себе, что это у меня два блина на двух сковородках. Вот я думаю, что поменять их, да? Я беру, перекладываю на другие две сковородки, да, вот так вот. Потом беру из тех и перекрестно выкладываю, да? А нельзя ли подпинуть? И поймать надо. Можно. Ну давайте для начала я это дело вот здесь вот сделаю. Я так, ТМП2, ТМП1 равно YX. Так? И я вижу, что, собственно, вот этот кортеж ТМП2, ТМП1, он у меня и тут одинаковый, да? И я что делаю из этого? Я говорю, X, запятая Y равен Y, запятая X. Обмен переменных в итоге делают вот так. Его так делают все. При этом дополнительной памяти почти не требуется. Она на самом деле это вот аналогично вот этому. То есть это как через две дополнительные переменные. Но вы же понимаете, что в питоне не переменные, это ссылки. Значит, объекты при этом никуда вообще не копировались. Объекты остались на своих местах. X и Y тупо поменялись ссылками. А ссылка это вещь маленькая. Понимаете? Представьте себе, что у вас на бумажке записан адрес слона. Слон большой, а бумажка маленькая. Ну, правда, есть такая интересная идея, да? Адрес слона, очевидно, по размеру равен адресу мухи или какого-нибудь таракана в зоопарке, да? То есть, в принципе, он может быть сравним с объектом, или даже может быть больше, чем объект, если он маленький. Но все равно, если уж вдруг объект большой, то все равно адрес и ссылка на него. Это вещи маленькие, ничего страшного. Поэтому тут можно считать, что почти дополнительная памяти не используется. Но ссылки, получается, все равно болтаются. Имена новые создались. ТМП1, ТМП2. Имена тут есть или нет? Я не создавал. У меня кортеж двух переменных. Это временный объект, и он исчезнет сразу по выходе из. То есть он автоматически происходит. Кортеж исчезнет, а объекты никуда не денутся, потому что ссылки на два объекта сохранены. Ну вот, можете запомнить, что это магия питона, такой же присваивание. Надо сказать, что присваивание питоне, если вам нужно присвоить сразу нескольким именам одно значение, то трамвайное равенство тоже допускается. Так тоже можно. А, есть одно из этих присваиваний, называют множественное присваивание, по-моему, вот это, а другое каскадное. А, вот это множественное, а вот это каскадное. Хотя в литературе иногда путают и то иногда называют множественным присваиванием. Но в питоне есть и то, поэтому надо их различать. Понятно, да? В общем, научились менять переменные значениями, двигаемся дальше. Значит, про арифметические операции я вам немножко рассказал, что деление в питоне выводит из выводит из целых чисел и делает результат дробным. Однако есть интересная тонкость. А нам же надо все-таки делить на целое, брать остаток от деления. Но это надо чисто математически задача. Что делать? Питоновский ответ на это такой.
создать новую операцию. Новый значок. Но на клавиатуре этих значков не так много, и надо, чтобы это было естественно. Поэтому для того, чтобы сделать целочисленное деление, x равно 5, y равно 3, да? Вот, например, вот так. И что я хочу сделать? Я хочу x поделить на число на y. Используется двойная косая черта. Это у меня частная. Давайте z назову. А остаток я назову буковкой r. А остаток при делении как я могу взять? Процент. X процент y. Ну, эти функции назывались в Паскале, кстати, тоже div и mod. Да, операции специально называются, но их набивать долго на клавиатуре, они выглядят не как математический значок. Вот, а здесь прям вот просто две косых черты. При этом есть интересная особенность. Дело в том, что остаток, представьте себе, что у вас, вот я сейчас рисую вам вещественную прибыль, числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кратное 5, да? 11, 12. Вот у нуля какой остаток при делении на 5? Нет. 0 остаток. У единички. 1 у двойки. 3, 4 у пятерки. 0 у шестерки. 2, 3, 4. Логично, да? Про эту операцию еще говорят по модулю. По модулю. То есть, например, 5 по модулю. А, прошу прощения, я там на 3 что ли делю, да? Ну давайте я что-нибудь на 5 нужно определить, раз уж я там отвыкал. 7, 5. Да? То есть у меня получается, например, 7 по модулю 5 это 2. Понятно? Это у меня получается как бы некоторое кольцо. Если я после каждой операции буду брать по модулю вот этого дела, то у меня получится так называемое кольцо. Ну, сейчас не будем про эти вещи разговаривать. Вот кольцо вычета называется. Но вопрос вот в чем. А что с отрицательными числами? Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Ну, понятно, что у минус 5 должно быть... Остаток должен быть 0. Это понятно. А частное... Минус 1. А вот у этих чисел что должно быть? Как ваша логика работает? Два, то есть 1, 2, 3, 4. Нет. Как, еще раз? Минус, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Нет, минус 5. Ну вот смотрите, есть два варианта этой логики. Первое, действительно, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. А второй вариант какой? Вот тогда ставить 1, 2, 3, 4. То есть, чтобы остатки при делении на число положительное оставались принадлежащим, то есть это R, принадлежит пространству от 0 до делимого невключителя. Вот, прошу, до делителя. Да, до делителя невключителя. Ну, допустим, для пятерки от 0 до 4. Ясно? У математиков работает именно вот эта логика, потому что иначе не получается кольца вычета. А как получается? Короче говоря, в Питоне пошли по математическому направлению, да, то есть вот, как в математике. А в языках Паскаль, Си, там архитектурно ориентировано, вот как сделали процессоры, так оно и будет работать. На процессорах оно обычно работает неправильно. Для по отношению к математике. Минус 1, минус 2 и так далее остаток. Поэтому не удивляйтесь, что у вас 7 разделить на цело на 5, это будет равно у вас минус 2. Да, прошу прощения, минус 7 по модулю 5. Не по модулю, а 12. Это минус 2, а не минус 1. Понятно? Почему? Потому что остаток от минус 7 процент 5 будет равен у вас чему? Положительному числу. Да, это будет у нас, соответственно, как минус 7, это будет у нас 3.
Даже более того, минус 6, по-моему, разделить на целую на 5 будет минус 2. Ясно? Как логика по-прежнему соблюдается в чем? В том, что x по-прежнему равен z, умноженный на y, плюс остаток. Да? Логика вот эта, она по-прежнему соблюдается и в той схеме. Так, про арифметические операции, деление по модулю я вам рассказал. Перерыв. Первая итерация, первый раз, вторая итерация.
то есть это как бы на втором обороте, да? Третья и так далее, там, m-та итерация, понятно, о чем речь, да? Если я говорю, что в цикле всего n итераций, значит он за n раз завершился. N раз пробежал, а потом условие входа стало ложным. Ясно? Может быть такая ситуация, что у меня не случилось ни одной итерации. Давайте я нарисую вам немножко это дело покрасивее. Чуть-чуть правее. Это стадион. Тут написано старт. В общем, короче, у меня есть место, где я начинаю бежать, да? Вот я прибежал к стадиону. Дальше по этому стадиону я собираюсь бегать. Доколе я тут буду бегать? А? Нет, вот тогда в чем это отличается? Это, если это элемент беговой дорожки, ну что, что она кривая? Она, по сути, все равно последовательная. Цикла нет. Ну, в данном случае, о, вот это вот хороший момент, пока не вспотели, но это условие скорее выхода. То есть я должен пробежать, потом проверить, вспотел, если вспотел, то выхожу. Это другая логика, это логика репетантил, повторять пока нет. В данном же случае я буду как бежать? Пока хорошая погода, пробежать круг. Понятно? То есть я начинаю, хорошая погода, побежал. Прибегаю к концу, хорошая погода, побежал. Прибежал к концу, хорошая погода, нет, ну до свидания. Ясно, да, какая вот? А если вдруг пошел дождь, смотри, вот я прихожу на старт, хорошая погода, да, побежал. И вот я побежал 2 метра, пробежал, пошел дождь. Я бегу, 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 дождь, 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 дождь. Последние 5 метров остались, тут вдруг раз, солнышко, хорошая погода. А? Я бегу еще круг? Да. Да. Я бегу еще круг, абсолютно точно. Проверка условия выполняется только один раз на входе в итерацию. Даже если у меня там сразу все испортится, но если к концу это дело наладится, то хоть до посинения. Вот. Так. А если все-таки я... Да, ну давайте я запишу наконец-таки, как это выглядит и как это пишется. Пишется слово while, потом пишется условие, условие, двоеточие, ну условие, понятно, дело, туда вместо этого надо что-то написать, да? Пока условие, двоеточие, потом у вас с смещением пишется тело цикла, вот, ну и, собственно, дальнейшее пишется снова без отступа. Плюсом питона я отношу отсутствие фигурных скобок, бегинов, эндов. Их не надо. Второй плюс важный. Вы вынуждены делать отступ. У вас не получится их не делать. Программа будет не работать, если вы не сделаете отступа. А? Нет, там количество пробелов, оно несущественно. Но стандарт 4 пробела. Больше 4 не работает. Работает, главное, чтобы не сделать было одинаково. Один и тот же цикл. Ну, PyCharm он ругается. PyCharm он очень хорошо следит за стилем и приучает вас писать еще и грамотно на питоне, потому что на питоне, несмотря на некоторые требования стиля от самого языка, все равно можно писать что-то неграмотно, некрасиво. Стандарт называется PF8. И еще раз говорю, сам факт использования PyCharm у вас немножко к этому делу портал. Такой в правом углу внизу сидит дядечка, который на вас смотрит. Вот если на него кликнуть, то он отвернется. Лучше этого не делать. Ну там такой вот прикольчик. Ладно. Ну просто изображение такое, что пока он на вас смотрит, значит, что максимальная слежка за синтаксисом и всякими стилями и даже за орфографией следит. Если вы нажимаете, то он поворачивается, если еще раз нажать, то он отвернется, то есть он вообще ничем не следит. Вот только ошибки пишутся. Ладно, к возможным действиям. Цикл с предусловием я кратко рассказал. Давайте сейчас пока пример. А, ну давайте какой-то живой пример напишу. Ну, например, x равно int int.
float от int. Если вам надо int от float, то, пожалуйста, float в скобках x. Значит, теперь что делать? Я хочу, пока x еще жив, пока x больше нуля, двоеточие, что я буду делать? Я печатаю цифру числа x процент 10, это последняя цифра числа, остаток определения 10 дает последнюю цифру числа. Для положительных чисел, для отрицательных это не так. И после этого я хочу изменить x, x равно x разделить на целое на 10. У меня руки чешутся сразу это исправить. Давайте исправим, посмотрите. Ну потому что зачем мне переписывать x два раза? Я скажу x разделить равно 10. Это сокращенная форма, она крайне удобна. Всем понятно, что это надо? Поделить на 10 и записать обратно в x. А плюс-плюс работает? А? Плюс-плюс не работает. Вместо этого плюс равно 1. Но в данном случае я, получается, зачеркиваю постепенно у x по одной цифре справа а, распечатываю эти цифры. Да? Ну вот, вот, например, такой вот пример цифровой. Давайте теперь еще одну вещь, для того, чтобы я показал еще важную вещь, связанную с этим циклом, мне нужно рассказать вам, собственно, условное поведение. Давайте, наверное, условное поведение сделаем вот здесь. А? Условное выполнение. Это будет еще отдельно, давайте пока про. В работе там еще будет. Условное выполнение. Вот для начала давайте я вам нарисую, как там блок-схема будет. Да, и потом уже напишу текст. То есть у вас пришло выполнение к условному оператору. Значит, у вас это условие вычисляется, оно логическое, или да, или нет. Если да, то выполняется одно действие, если нет, то выполняется альтернатива. Потом, в любом случае, выполнение продолжается. То есть дальнейшие действия выполняются по-любому. Итак, как это записывается? Если условие двоеточие действия 1. Вот оно, D1. Else двоеточие действие 2. Дальнейшее пишется снова без отступа. Естественно, что эти вещи у нас должны быть со сдвигом, да, вложены под условием. Если несколько действий у вас под условием, то они записываются с одинаковым отступом вот здесь. Ясно? Все. Ну, с этим более-менее понятно. У else, если у вас это условие, например, x больше нуля, то не надо писать else x меньше либо равно нуля. Else это автоматическое иначе, оно к тому же самому условию. Может быть else потом от else, то есть как бы мы рассматриваем... В этом случае вторичный if. Да, такая ситуация возможна, я вам с удовольствием покажу. Давайте ее рассмотрим, я тогда это сделал собру. И рисую какой-нибудь случай конкретный. Ну, например, вот у нас есть ось x, ось y. Давайте не рассматривать. Даны два числа x и y. Мне требуется определить, в какой четверти у меня, собственно, точка x, y находится. Так? А, на оси точно нет. Мне это откуда-то известно. Что я сделаю? Я напишу так. Если, ну давайте для начала верхняя плоскость или нижняя, да? Если y больше нуля, то я внутри этого дела делаю вложенный if. Если x у меня больше нуля, то print первая полуплоскость. Да? Else двоеточие print вторая полуплоскость. Да? Это у меня вложенная конструкция получилась. В ней дополнительные отступы для условных действий. Теперь я завершаю ветку прямую вот этого вот ифа, да, и пишу здесь else иначе. И в ней я пишу, если x у меня, ну давайте, чтобы третья была в начале, если x меньше нуля, то
print, третья четверть, и else, двоеточие, print, четвертая четверть. Ясно? Ну вот, вложенность, возможно, выглядит это вот так. Теперь, после того, как вы знаете про то, что такое if, я могу вам рассказать морфобег со стадиона. Представьте себе, что я все-таки подозреваю в середине, а вдруг там в середине дождь пошел. Понимаете? Вот живой пример такой. Игра в крестики-нолики. Турнир состоит в чем? Игроки ходят по очереди, пока не случится конец игры. Да? Но конец игры может случиться, вот первый игрок ходит, а вот второй игрок ходит. Но после первого игрока уже может произойти конец игры. Если он уже последний крестик поставил, да? Поэтому здесь, возможно, мне нужно тикануть. Совсем. Ясно? И второй игрок уже не ходит. Понятно? То я могу в конкретном месте сделать возможность порвать этот стадион или сделать инструкцию, которая называется break. Break. Понятно? Она так называлась, кстати, и в Паскале, и в Си она так называется, и в Питоне она тоже так называется. Значит, давайте сделаем это вот следующим образом. Значит, я распечатываю цифру, но если вдруг у меня распечаталась цифра, если x процент 10 равно 7, то в этом случае прерываем выполнение, больше цифр не печатаем. Ну а если нет, то продолжение нам еще шкер. Зачеркиваю последнюю цифру. То есть у меня возникает такое ответвление такое. Но если вдруг вот тут вот что-то выполнено, то текаем отсюда. Понятно? Это условие совершенно не обязательно совпадает с вот этим, и оно пишется явным образом. В принципе, никто не мешает мне поставить тут просто break. Но это по-любому, то есть я никогда не попаду. Формально тут есть дорожка, да? Действие записано. Но я никогда не буду не получить. Я распечатаю первую цифру, если x больше 0, и дальше сразу уйду. Ясно? Странно, зачем вы так делаете. Но можно. Есть еще одна инструкция. Скажите, кто-нибудь из вас в физкультуре делал вот такое вот, когда вы подбегаете, вот физрук не видит? Как раз. Перебежали. И все, круг закончен. Скосили угол, да? Ну, короче говоря, а можно ли телепортироваться на старт? То есть, все, эта итерация уже как бы закончена. Дальнейшее действие точно не нужно. Надо следующую итерацию начинать. Эта ситуация допустима, и называется она continue. Continue, продолжить. Ну, то есть, не доделывать итерацию до конца. Все, она уже сделана. Ну, например. Я спрашиваю числа с клавиатуры, и каждое число, которое вводит пользователь, я возвожу в квадрат. Но если пользователь ввел отрицательное число, то я это игнорирую. И перехожу к следующей итерации, где буду спрашивать следующее число. Понятно? Ну, давайте какой-нибудь я напишу такое вот подобие. Например, так? Что? До каких пор мы возводим в квадрат? Давайте x равно int от input. Считываем целое число. Пока x не равен нулю, ну, кстати, не равно, восклицательный знак равно. Пока x не равен нулю, что я делаю? Я спрашиваю, если у меня x, чего там у меня, отрицательный, меньше нуля, в этом случае continue. Continue. Да, и он у меня не будет. А так, если я даже else, заметьте, не пишу, то я x print x в квадрате. Да? После чего я спрашиваю следующий x. X равно int от input для следующей итерации. Ну, просто так вот пример из головы. Где можно это сделать? Ну, пропускаем отрицательные числа, перезапрашиваем заново.
зациклимся. Зациклимся. Я забыл вот такую вещь. Тут даже на самом деле эту инструкцию считывания поставить в самом начале. X равно int input. А здесь тогда я вам, чтобы войти в этот цикл, потому что x еще не существует, мне надо написать какое-то формальное условие. Пока true, то есть пока истина, пока всегда. Ну, подождите, ну я же только что сделал сейчас что? Бесконечный цикл, правильно? Ну давайте я сделаю так, я тогда добавлю сюда еще один клик. Если x равен нулю, двоеточие break. О, вот теперь у меня выход, и выход из середины здесь есть, да? И продолжение есть, и цикл бесконечный. Ну, условно бесконечный. Вот. Между прочим, при помощи break и while можно реализовать выход из середины цикла. То есть, по сути, если блок схемы это рисовать, то у вас, представьте, условие всегда истинное, а то есть нет, никогда не случается. То есть у вас в каком-то смысле условия как бы и нет находится. Но зато у вас есть в середине некоторое условие, которое делает break. То есть, если да, то вы делаете break, который вас, собственно, вытаскивает из цикла. Получится, что вы из середины цикла тоже можете выскакивать при помощи брейка, а с какой условия я сейчас вообще убрал? While loop. Ладно, с циклом, с предусловием все. А, это бесконечный цикл. Зачем я сделал? А для того, чтобы у меня при входе в первую итерацию уже я все равно пошел и x появился. А выход произойдет вот именно вот в этой ситуации. Ну просто я так сейчас делаю. Это не равно, увидите в работе, повторитесь. Давайте дальше. Двигаемся дальше. Да, цикла с постусловием тут нет, потому что он реализуется при помощи цикла с предусловием. Легко. Вы просто одну итерацию выписываете перед входом в цикл, и вот вам цикл. Цикл с предусловием может не выполниться ни одного раза. То есть вы приходите, а плохая погода. Сразу уходит. Но есть еще одна интересная вещь. Оказывается, есть такая как бы финишная дорожка. Когда вы сбегаете со стадиона, то вы, ну, я называю как бы душ, короче говоря. Да, если вы экстренно убегаете со стадиона, то вы не через душ. А вот если это нормальный выход через то, что у Айла не случилось, то вы через душ попадаете. Давайте этот душ создадим. Смотрите. Можно, не обязательно, но можно написать else, который относится не к if, а к while. Иначе. Это значит, давайте print напишем. Да, давайте даже без print, я просто напишу. Break не было. Да, не было break. То есть цикл закончился, и брейк при этом не было. Понятно? То есть мы вышли нормальным образом. То есть если я вышел по брейк, то я попадаю сюда. Сюда. Что? Комментарий? Комментарий пишется решеткой. Но я не пишу, потому что я здесь подразумеваю какие-то там действия. Брейк не было брейк. Это условно я пишу. Формальный текст. Давайте чуть-чуть скорее. У нас остался цикл форм. Цикл со счетчиком. Вот этот цикл отличается от всего, что вы видели раньше. Может быть, вы видели, кто писал скрипты под bash, вдруг линуксоиды есть, может быть, знаком, но вряд ли. Как он выглядит? Очень просто и красиво. For x in 1, 2, 3, 4, 5, двоеточие, индекс. Хорошо? Вот так. У цикла for тоже есть else. Это значит, брейка не было. Тоже можно использовать continue, тоже можно использовать break, логично, да? Который перескакивает continue на следующую итерацию, перескакивает, да?
Что я увижу? 5 итераций, на каждой распечатывается очередной x. А вот скажите мне, по сути, зачем я тут явно это дело все выписываю? Ответ. А потому что можно так. For x in 1, 5, 2, 4, 3. И он переберет их именно в этом порядке. Вы попробуйте реализовать это на каком-нибудь плюс или паскале. Сколько строчек текста? Ну и плюс у вас по-любому будет массив и дополнительная переменная i, которая пробегает по элементам массива. Так. А теперь смотрите, а вот так вот можно или нет? For x in 1, 1, 1, 2, 1. А вот так можно? Да. А не зациклиться? Нет. Вот фишка питона. А, так можно. Б, не зациклиться. Цикл for в питоне не зацикливается никогда. С поправкой. Если вы сумеете создать бесконечный итерируемый объект, бесконечно итерируемый объект, то можно такое получить. По сути, вот, это кортеж значений. Ну, список значений такой. И он пробегает по этому списку, берет x очередное значение, и все. Списочный характер у этого циклофона. Плюсы очевидны. А минусы? А минус вот еще. А если мне надо до 100? А? Ну, лениво так делать, да? А? Значит, есть какой-то другой оператор, который это может... Нет, дело не в операторе другого. Нет, оператор тот же сам. Но я могу генерировать вот этот вот список при помощи специальной функции. Мне нужно что? Мне нужно сгенерировать такой объект, который будет всего 100 итераций от 1 до 100. Да? И есть такая функция, которая называется range. У нее, соответственно, вот я напишу ей, но правда есть такая тонкость. Если я напишу просто 100, то он 100 не возьмет. Давайте с вами запишем функцию range. Эта функция является генератором арифметических прогрессий. Итак, range – генератор арифметических прогрессий. Генератор арифметических прогрессий. Вообще range – это функция, то есть ее результат можно сохранить. То есть я могу вот так вот a равно range от, там, не знаю, от 1 до 100, да? А потом сделать for x in a, print x. Понятно? То есть его можно сохранить в чем? Но правда объект этот одноразовый. То есть второй раз пробежаться по той же арифметической прогрессии получится. Она из расходов. Это не список, который вот зафиксировал, создал уже. Понятно? Ну, обычно так и не пишут, обычно сразу пишут for x in range. То есть его генерируют на лету именно для того, чтобы пробежаться по нему один раз. А теперь давайте с вами разберемся, а что же это такое 1-100. Итак, я сейчас без уже фора, просто буду говорить, чему это равно. Start, запятая, stop, запятая, step. Range может быть вызван как с двумя, так и с тремя параметрами. Когда его вызывают с двумя параметрами, то это просто start, stop. А step по умолчанию 1. Да? Ну давайте я прям так пишу. Равно 1. То есть если вы его не будете использовать, то он будет равен 1. Плюс 1. То есть шагать в сторону плюс. Ну и давайте какие-нибудь примеры. Например, range, который пробежится мне от 0 до 5. Все числа. Это что получится? 0. Остановка, стоп.
6. 6 абсолютно верно. Шаг можно не писать. Да? Это у нас вот эти числа. Шаг. Так, а теперь давайте 5, точка, точка, 0. Рейдж. 5. Мы начинаем с 5. Минус 1. Стоп у нас. Минус 1. Минус 1, потому что 0 должен быть включен. Минус 1. И минус 1 обязательно, потому что иначе у нас... А что будет, если не написать? Что будет, если у нас не написать? 5, минус 1. Ну, я не знаю, а шаг какой-нибудь там? 2. Нет, ошибки не будет. Будет пустой список, я его вот так вот напишу. Ничего. То есть просто цикл фор, в который все будет бежать по такому, то просто ни одной итерации не будет. Но ошибки не будет. Пустые списки существуют. Понятно? Так. Ну что же. Есть возможность не писать старт. Если мы укажем range с одним параметром, ну, например, там, 10, то это соответствует списку чисел 0, 1, 2, 3, 9. То есть, если пишем одно число, то step единичка, а start 0, а единственное число это стоп. Понятно? Вот такая вот есть замечательная функция. Надо, кстати, заметить, что этот range работает по тому же принципу, что и срезы. Вы прошлую лабораторную работу про срезы помните? В конце. У срезов там что? У среза там, по сути, старт, например, 1, двоеточие, стоп, ну, например, 0, 1, 2, 3, да, 3, и степ, который можно не указывать, когда он равен единичке. А можно указать, да? Что тогда получится? Ну, правда, давайте чуть побольше напишем. До седьмого символа. Hello world. А в этом случае он с символа с индексом 1, да, с шагом 2, первый, третий, пятый запятая. У меня пробел я тут не поставил, но не помещает. Да. Значит, что я делал? Первый, третий, пятый, седьмой уже не входит, потому что он стоит как стоповый. Да? То есть, по сути, что я получу? Я получу строчку, которая содержит соответствующие арифметические прогрессии. И ситуация, когда у меня вдруг с первого до седьмого невозможно дошагать при помощи этого шага, она что вам вернет? Пустую строчку, точно так же, как раньше придет пустой список. Логика старт, стоп, степ. Запомнили? Так, что осталось у нас? Осталось 8 минут и... В принципе, почти все я вам рассказал. Давайте вложенный цикл while я напишу еще с чем-нибудь. Есть промахи, то ты делаешь штрафные круги.
Да, то есть у тебя есть маленький циклик, который здесь под некоторым условием содержится. Понятно? Ну, давайте что-то подобное напишем. То есть у меня есть большой цикл, который у меня будет происходить до тех пор, пока вводят не ноль. Будет вводить числа, на каждой итерации вводят одно число. И что мне будет происходить? То есть я начну с того, что число введу, x равно n input. А здесь напишу введите число. Введите x. И две скобки закрываю. Да? Дальше что? Пока x не равен нулю. Ясно, да? То есть если x не 0, то я выполняю действие. Что я буду делать? Если у меня этот x содержит больше, например, больше, чем 100, то я распечатываю его цифры заданной директивы. А, или давайте так, если он четные, я буду распечатывать задом наперед. А нечетные буду распечатывать, как он есть. Да? Вот давайте так и сделаем. Что я сделаю? Если у меня x процент 2 равен нулю, то и четный. Я сделал комментарий. Четный. В этом случае я делаю, собственно, ну, как бы промахнулся слов, да, я делаю цикл, в котором я буду сейчас его цифры стерживать. Как я буду это делать? Пока x не равен нулю, значит, больше нуля, пока x больше нуля, печатаю последнюю цифру x, x процент 10, n равно пустая строка, ну, чтобы он отпечатался, и x разделить равно 10. Ну, я уже приводил такое разбивание на циферки для числа, да? Понятно, что произойдет. По окончании я печатаю просто перевод каретки, то есть просто принт полную скобку. Это распечатка задом наперед. А иначе... Вопрос есть? А иначе, это значит двоеточие, я комментарий сделаю, нечетный. В этом случае я печатаю его оберечь. Print x. Ясно? То есть вот эта многоэтажная вложенность возможна, допустима и нормальна. Что? А, я забыл, знаете, что я забыл? Я забыл, мне нужно считать новый x для следующей итерации. А то у меня, если я введу не 0, зациклится навсегда. Новый x для следующей итерации. In от in. Все. Вот теперь действительно все. Вот стоит принцип с тремя скобочками. Еще раз? Принцип с тремя скобочками. Enter печатает. Он печатает единственный символ, это end. Если у него end не указан, то он по умолчанию переводит. Так, есть ли вопросы по материалу сегодняшней лекции или предыдущей? А? Нету? Насчет этой домашней работы понятно? Еще раз? Это то же самое. Это то же самое, что x равно x разделить на целое на 10. С отбрасыванием остатков. Так, ну все, на этом мы сегодня закончили. Спасибо большое.